Конституция – это очень серьезный документ, это, будем говорить, фундамент правовой системы любого государства. Но нужно сказать, что, конечно же, потенциал той Конституции, которая сегодня у нас есть, он далеко не исчерпан. Поэтому комиссии предстоит очень серьезная работа. К предложениям нужно подходить очень осторожно, взвешенно, критически их оценивать, потому что многое, что сделано, может быть, и не надо менять. Много противоречивых предложений, которые поступили. В состав Конституционной комиссии вошли юристы, представители общественных организаций, парламентарии, реальный сектор экономики. Мы говорили о том, что надо ввести, наверное, единый день голосования. Я считаю, это надо сделать в стране. Это экономия будет средств, и об этом говорят наши граждане Республики Беларусь. Вот. Наверное, надо посмотреть и другие вопросы. Что касается сроков, я считаю, что нужно закончить работу комиссии не позднее, думаю, где-то августа-сентября месяца, с таким расчетом, чтобы потом была возможность обсудить этот проект с нашим населением и после обсуждения еще раз вернуться и уже представить окончательный результат на референдум, который пройдет уже в начале следующего года. Мы настроены на работу, чтобы и дальше наша страна развивалась, чтобы общество было единым, чтобы в стране был мир, спокойствие, согласие.